Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем трэш на английском сервере. Пробуем дальше проходить подземочки. Мы закончили на подземке 6-4. Одна из таких сложноватых, да, и вообще эти подземки сложные тем, что здесь уже есть тотемы, которые потом очень-очень мешают. Но мы не сдаемся, мы сейчас попробуем зафармить. Единственное, я не знаю, что будет дальше, потому что дальше все больше и больше тотемов. Ну, попробуем сегодня еще пару подземок взять. На 3 звезды, конечно, сложновато брать, но потом мы тоже это, думаю, сделаем. Мы бегаем без магии. С магией мы бы, наверное, уже до 8 дошли. Но пока я решил такой сделать трэш, не спешить. Так, окей. Есть, поехали. 6-4. Ну, тут максимум, что можно, это вот здесь вот тотемы эти пообезвреживать, которые есть по краям. Дальше все равно бессмысленно. Так, окей. Я пробовал вот такой вот вариант, и у меня один раз получилось. Самое главное, Дракулу быстро убить, видите? Вот Дракулу слили, разгончик получили. Замедление взяли, просто налегке. Остались у нас только черепа в центре. Без проблем. Кошмарка 6-4. Даже на 3 звезды взяли. Никто даже не умер. А нет, Валька еще осталась там что-то. Просто быстро и легко. Так, окей. Поехали дальше. Кошмарка 6-5. Вот тут станищих башен, конечно, дофигища. Тут и душики, и гарпии, которые будут дебафить. Даже не знаю откуда. Давайте попробуем. Я не помню, где тут тотемы. Давайте попробуем отсюда сбоку через Вальку забежать. Правда, это нехороший вариант. Там еще и гарпии, и разруха. Не, сбоку у нас не получится. Так, окей. Это тоже будет одна из таких сложных. Так, давайте попробуем через душика. Бочка вытащили, ледяху убили, все. Блин, это жесткая подземочка. Так, ну что, попробуем сбоку расфигачить. В принципе, они не должны бежать через забор. Так, отлично. Разгончик есть. Купидона потеряли. Ай, тут у нас варлок. Тут у нас жесткий варлок. 39%, но шансы есть. Замедление работает. Так, 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 так. Давай, давай, тащи. 49. Бочка. Пипец. 49%, ребят. Почти. Видите, можно разгоняться сбоку. По сути, нормально будет. Так, давайте попробуем еще разок. Подламываем немножко забор, и они, в принципе, забегают. Так, агрим на бочку. Кидаем всех. Сейчас буду спамить, то есть буду все время спам выкидывать, чтобы в спам гарпии били и все остальные автопрокеры. Так, 24, 30. Ну, ну, вроде нормально было. Видите, бочка немножко не туда побежал. 38. Ай-яй-яй, щит Атланта и бочка слилась. Блин, ну нормально прошли. Поехали дальше. Почти. Ну, мы мучились вчера с подземкой 6-4. Сегодня вот 6-4 налегке. Сейчас и 6-5, думаю. Попыток 10 потолок. И мы должны ее зафармить. Самое главное, это, видите, это тотемы вот в центре, варлоки, которые дают щиты. Мы сливаемся на отражалках. Ну и плюс, конечно же, это гарнизонные герои, которых можно стычки слить. Так, 6-5.
Давайте попробуем, может, здесь немножко ниже их выпустить. Вот такой вот вариант. Вот с ней отсюда сливаются очень. Видите, какая проблема получается. Идут отражалки. Вард отключается. У нас тритон просто улетает. В принципе, я думаю, на одну звезду мы зафармим. Так, ангел минуснулся, бочка минуснулась. Нет, это без варианта. Так, ну тут гарпии, блин. Жестковато, конечно. Так, вытащили душика. Может, на душике разгонимся нормально? Ну вот, смотрите, вроде и нормально забегаем. А дальше просто пипец. Ну, дебафят, очень много дебаферов. Гарпии, душики. Так, окей. Попробуем с другой стороны, попробуем с тыковки стартануть. Через вальку, там валька крутит, но там разруха. Разруха сейчас может просто стычки всех вынести. Не, нормально, все гуд. Нормас, идем, 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 тащим. Смотрите, сколько тотемов. Самое главное, что у нас героев нету. Зато у нас здесь есть, посмотрите, что дракон. Офигеть, 71%. Так, самое главное, чтобы на него не заагрились. Отлично. Все, супер. На 3, 6, 5. На 3 звезды. Отлично. Видите, тут уже нам помогает гарнизон. То есть юниты. Не было бы юнитов. Зачем я юнитами спамю? Чтобы дебаферы попадали в них. То есть гарпии, там душики и остальные. Чем больше выпустите, тем больше у вас шанс. Так, 6-6. О, блин, это одна из таких злоебучих подземок, мягко сказано. Будем пробовать отсюда забегать через Вальку и через Влада Дракулу. Других вариантов я пока не вижу, но там и душиков дофига. Вот смотрите, что они делают. Они просто минусуют. Тут, конечно, вот это уже вопрос. Сможем ли мы ее зафармить? Потому что здесь дофигища. И стана, и дебафов. Так, тыква, Леди Лео, Арктика. И опять же рядом гарпия. Ну давайте попробуем. Вытаскиваем тыкву. Ну и Леди Лео подбежала. Так, бочка слилась. Но у нас есть разгончик. И смотрите, Арктика просто тупо всех нафиг. Мы даже ничего не сделали. Она сразу снимает бафы, кидает заморозку. Так, дракон, Арктика, дракон, Арктика, Валька. Попробовать через Ару, что ли? Но тут и ведьма, и три Ары. Мы их вряд ли убьем всех. Ну, давайте попробуем. Попытка, не пытка. Попробуем вытащить. Ну, сразу кинули молчанку. Тут без вариантов. Мы быстрее, скорее всего, их зарядим, нежели убьем. Да. Даже не знаю, через кого забегать. Тащить душиков сбоку. Ну, как вариант, но там и ведьма подтаскивается. Смотрите, минус, минус, минус. Еще и разруха подбежал. Даже не включаются герои. Есть, конечно, вариант. Но от стана тогда ничего не будет. Натыкать выживание.
попробовать как вариант. 4-5, 4-5, 4-5, точнее, нормально. А дальше, дальше печалька. Видите, проблема, здесь все агрятся. Здесь очень кучно стоят герои. Тут откуда ни забей, везде словишь дебаф. Арктика душек, Арктика дракон. Гора душек. Давайте попробуем отсюда еще. Как вариант. Ну, видите, все, стан. Вроде... Ой, ничего себе. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, Ара заблочил. Вот, кстати, неплохой вариант. Правда, у нас никого не осталось, но посмотрите, неплохо получилось. Хорошая лазейка. Так, пробуем еще разок. А попробуем так, на душика вытащить. А остальных всех на ару сюда закинуть. Так, бочка слилась. Вообще, тыква осталась. А ну попробуем на тыкву заагрить. Может, такой вариант будет получше. Хотя бочка. Да, ну шансы есть. 20% набили, значит, надо ловить удачу. Тыква, конечно, у нас бежит. Нет, тыква не вариант. Тыква у нас сразу же бежит. Так, что же делать? Так, ну-ка, бочку. Чем подальше? Ледяху не, ледяху слили. Видите, очень быстро сливают. Попробовать кому-то разброс поставить. Как вариант, в принципе. Не успевают хилить, так не слили самых основных дамагеров наших, посливали куча драконов. Но шанс, я вам скажу, довольно таки неплохое. Пробуем еще разок. Дракула, видите, подтягивается, еще один душек подтягивается, их четверо. Не спасает. Блин, кого-то ближнего боя вытащить, но тут все. Ну, разруху бессмысленно, на нем мы сольемся. Леди Лео, Медуза, Купидон. Ну, попробуем еще тут. Нет, тут вообще полный трэш. Хотя, в принципе, разогнались мы неплохо. Так, ладно, давайте еще попытку попробуем. Буду потом я думать, как что сделать. Две подземки нам покорились, но вот 6-6. Это беда. Чем подальше выманили, не видите, все равно подходят герои и сразу же бегут другие к ним. Мы не успеваем убивать. Но попробуем еще один вариант. Конечно, я не знаю, или это прокатит. Поставим просто выживание ради интереса посмотреть, будут сливаться они так быстро или нет. Может, спасет. Так, еще одно.
конечно, в таком случае надо железку было качать, чтобы они не станили. Сейчас они в стане будут стоять. Такс. У Купидона, в принципе. Так, поехали, попробуем еще такой вариант. Выживание эмблемкой. Так, бочка загрела. Ну вот 3 секунды у нас есть на то, чтобы разогнаться. Бочка. Ну, видите. Не вариант. Не вариант. Сейчас еще попробую нас с другой стороны. Очень много стана. Возможно, даже на железку переделаем все. Железка плюс. Плюс выживание сделаем. Давайте попробуем вот отсюда забежать. Не то. В общем, вот так вот, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете. Возможно, есть какие-то идеи. Будем пробовать дальше. Но пока у нас только покорилось... Ну, на 3 звезды мы прошли. 4, 5, а на 6 мы застряли. Вот так вот. Будем пробовать дальше. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.